самый умный. Он всех нас учит, как читать, математику и шахматы играть. Думаю, он очень справедливый и харизматичный. И не только эти черты нам даны, как детям и внукам, но тоже они помогли дедушке составить такую отличную жизнь. Дедушка очень терпеливый, потому что, например, когда он меня задал пример сложный, математический, и я не понимал, он мне объяснил, и я с ним не согласился. Потом он мне опять сначала начал и рассказал все подробнее. И он всегда готов это делать, и никогда не сдается. Он может все. Научить его математике, читать с нами русский, плавать брасом, забивать гвозди. Он все знает, как делать, и очень-очень-очень хорошо учит. У вас прошло лето. Очень хорошо. Что вы делали? Ездил во Францию. А больше всего вот здесь хорошо, в Льюисе, с внуками. Общаться, учить их. И они, главное, что они тянутся к этому. Это доставляет удовольствие, да и счастье. Вы счастливый человек? В общем-то, да. Как вы считаете, какие сейчас самые большие проблемы в Америке? Строительство социализма. Сбылась ваша американская мечта? Я знаю, Саша, у меня не было американской мечты. Вообще-то, если честно. Я и не хотел сюда ехать. У меня очень болела мама. И поэтому, в общем-то, я приехал. Но особой мечты не было. Вот единственная была мечта, чтобы было хорошо дочери. Ну, вы считаете, вы правильно сделали? Что приехал правильно. Да. Она нас радовала. Меня радуют и мои внуки сейчас. А расскажите, чем? Ну, как чем? Ну, когда тебе говорят, что я голодный и не читаю, понимаешь? Это уже, понимаешь, Саша, надо до такого додуматься. Непонятно, что веселее, что голодный или что не читаю. Да, еще одна внучка говорила, у меня упало сладкое, мне надо конфету. Единственный внук, который... В общем-то, еще ко всему и тому же еще и Риша, это любимый, и он очень радует. И вообще мне приятно то, что мои внуки очень много помнят о том, именно что я им помог и в фигурном катании, и в других, что я им помогал. Шахматы. Есть в этой песне правда. Лето – это маленькая жизнь, осень тихо подрастает на щеках. Поросли, дом плывет по ветру, а меня нету. Лето – это маленькая жизнь. Стало больше на одну. Да. С этим я согласен с тобой. Потому что я дальше иду вот этот ход. Да, и как на король. И потом ша. Король как ничего может делать, пешки ничего не могут делать. Ничего не могут. Как? Давай вот здесь, что от нас хотят. Окей. Pet store, как? Так, ну. Магазин, который животное продает. Да. Имеет 99 рыбок. Нет. Щуки. Как? А. Для рыбок. Чего стоила одна холера, когда во время летней холера. Практики... Холера. Холера. Это что такое холера? Болезнь. Это болезнь, да. Повальная это... Это же в воде, да? Это в воде была. Да. Не, она общая инфекция. Лев ничего этого как-то не заметил. Или, вернее сказать, не понял. Клавдия, рассказав, разрыдалась внезапно и стала ругать себя, говоря, что она дурной человек. Я здесь. Ну ладно, потом посмотрим. Значит, здесь мы, что мы пишем вот здесь? 2 пока. Да. Плюс корень квадратный из 3, да? Деленное на 2. Корень квадратный из 2. И плюс лето – это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь. Дом плывет по лету, а меня нет. Лето – это маленькая жизнь. Ну что, Мартин, долгая дорога в дюнах?
Да. Ну ничего. Что самое сложное в моей жизни было то, что я рос до 10 лет, до 11, без папы и без мамы. Но мне повезло в том, что у меня был хороший дед, что у меня был очень хороший муж моей тети Любы, который меня не знал, а который в Омске я узнал. Он был ко мне, пока не было мамы и папы, он был за отцом. Так что мне повезло в этом отношении. Но было сложно все равно. Ты у него действительно одна. Сеси, вы единственная жена за все 50 лет. Ну ладно, что это? Первый раз в истории человечества? Нет, это не первый. Я у него одна. Как вы первый раз его увидели? Какие у вас были ощущения? Приехал из командировки. Зубом золотым сверкает. Говорит, а вы что, наша новая труженица? Я говорю, ну да. Инженер из Москвы. Так это вас к нам прислали? Вот такое первое впечатление. Но мы очень быстро подружились, потому что мы были двое свободных людей только на этой работе. Я приехал, был в командировке в Москве, приехал, сидит девушка за столом в кресле на работе. Ну, познакомились, оказалось, москвичка, приехала, кончила Московский институт. Меня это удивило. Не столько рассмешило, сколько удивило. Откуда взялась из Москвы в такую глушь, как Омск? Хороший город. Как его расшифровали, отдаленное место сибирской каторги. Вы сразу поняли, что это надолго? Нет. Это со временем. Сначала решил познакомить ее с городом, познакомил с друзьями со своими. Потом как-то так получилось. Одно знакомство, а уже 51. Мы с ней разные по характеру, поэтому, наверное, и живем. Друг другу где-то уступаем, где-то не уступаем, где-то всяко бывает. Но решаем все между собой. Не выносим это на обозрение общества. И мне очень нравится, что вы терпеливый, и спокойный, и упрямый. Есть такое. А то, когда он не позавтракал, он очень свирепый. А только когда он занят, только когда он что-то делает, прикручивает, выбирает, примеряет, отрезает, пилит. Вот тогда счастье. Скажите, какие Мартин любит песни? Ну, теперь он любит ностальгические песни, он теперь любит нежные песни. «Милая моя, солнышко лесное» и «Ты у меня одна». Любимые песни – это в основном песни Высоцкого. Еще не так давно, уже здесь, я обнаружил песню «Здесь под небом чужим». Угу. Очень трогательная. Разноцветные огни, отголоски наших праздников. Я нанизываю дни свои на ниточку судьбы. Как прекрасны эти дни, как прекрасны те мгновения. Возьми себе ожерелье светлых дней, возьми себе ожерелье светлых дней. Мало-помалу праздник пойдет на спад. Я опоздала встретить с тобой рассвет. Может, успею встретить с тобой закат. Суета ненужных дел заморочила мне голову, и осталось просто неудел. Любовь моя к тебе, утоли свою печаль, прогони свои сомнения, возьми себе.
мое. Мало-помалу меркнет небесный свет, мало-помалу праздник пойдет на спад. Я опоздала встретить с тобой рассвет. Встретить с тобой закат. Ты на чашечке весов положи свои желания, и увидишь, перевесит там желание любить. Нам с тобою надо быть, пусть недолго, но счастливыми. Возьми себе все, что нам нельзя забыть. Возьми, возьми себе все, что нам нельзя. Со мной закат.